Нихуя, ребята, всем здорово, нахуй. Я такое только что узнал, пиздец, вы сейчас охуеете, блядь. Не обращайте внимания на эти шумы, у меня просто сейчас нету моего нормального компьютера на Intel, я снимаю, блядь, с компьютера на AMD, это для него нормально. Итак, ебать, знаете, что я узнал, нахуй? Я узнал, как приучить вот того вот пидораса, который находится сзади меня, блядь. Вот этого суку, блядь. Если я сейчас перейду, блядь, в режим выживания на Украине, нахуй, то есть вот, блядь, смотрите, нахуй. Агами мода, блядь, survival, блядь. Он меня начнет сразу пиздить, блядь, такой, видите, топор, блядь, достал, нахуевший, блядь, нахуй. Ну ладно, это нормально, блядь. Давайте я перейду назад, блядь, в креатив, блядь. Нахуй. Извините, что я так дышу, я просто на нервах, ебать. Смотрите, достаю, блядь, бирку такой, нахуй. И беру ее, переименовываю, нахуй, вот в такое вот название, блядь. А, берем, пишем Джонни, блядь. Нахуй, here comes Джонни, блядь, или как там был, нахуй. Переименовываем его, блядь. Теперь нам нужно создать команду, блядь. Чтобы он нас не пиздил, блядь. Но чтобы он пиздил других, блядь, был за нас, нахуй, балба. Забивным пацаном, блядь, и прошивным заодно, блядь, прошивал Xiaomi, нахуй. А давайте добавим Team Ed, блядь, Strike, блядь. Я не умею произносить, блядь, слова на английском, потому что я долбоёб. Нужно было S добавить. Вот, теперь все правильно. Натурал это переводится, блядь. Теперь давайте добавим Team Join Straits. А, сначала добавим меня сюда, потом добавим этого дебила. Для этого нужно написать Team Join Straits, собака E. Собака E, скобка квадратно открывается, type, блять, равняется Vindicator, это так этот ебалай, блять, называется, все нахуй. Теперь он натурал, блять, теперь мы можем перейти, ебать, в выживание, ебать, смотрите, нахуй, в режим жизни на Украине, блять. Все, он нас не будет пиздить, он будет поебать, нахуй. Ебать, он, конечно, пидорас крутой, блять, смотрите, ебать, ему вообще похуй на нас, блять. Ну ладно, давайте мы сделаем так, чтобы он был забивным чуваком, чтобы он сейчас забил всех нахуй за нас, блядь, нахуй. Смотрите, нахуй, сначала возьмем, давайте откроем ему, нахуй, проход сюда. Здесь был забор, и просто спавнен долбоёба, блядь, смотрите, нахуй. Он сейчас как пиздит, блядь, нахуй, за нас, блядь, это всё, блядь, за нас, нахуй, вот. А они его в ответ пиздят, но, блядь, он что-то, блядь, прекратил пиздить, ебать, он долбоёб, конечно. Эй, слышишь, блядь, пацан, нахуй. Давай пизди этих ебланов, блядь. А вот он сдох сам по себе, блядь. Давайте еще больше, блядь, что-то спавним налезть. Ай, блядь, идите нахуй, блядь, поняли, блядь. Давайте, нахуй, пизди их, сука. Давай, блядь, забивай, нахуй, ебать, нахуй. Пиздец, блядь. А, его нахуй убили, блядь. Ну, думаю, все, на этом видос можно закончить, ебать. Я вас научил, как, блядь, создать забивного челика в Майнкрафте. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать, да, до свидания.